Из СИЗО под конвоем на первое заседание суда. Обвиняемую, которая отдала своему любовнику изнасиловать дочерей за деньги, в городе хорошо знают. Она вместе с девочками постоянно посещала городские мероприятия и праздники. Можете дать комментарий по поводу того, признаете ли вы свою вину? Нет. Главный обвиняемый, 53-летний саяногорец, известный предприниматель, камнеобработчик, в преступлении 7-летней давности не сознается. Он познакомился с матерью девочек в 2012 году. Девочкам тогда было 7 и 8 лет. Мать по просьбе любовника сама привела дочерей в машину, и он надругался над ними в ее присутствии. Женщина вину признает частично. Говорит, что на преступление ее толкнула нужда. Экспертиза признала у обвиняемого педофильские наклонности. Однако он вменяем. Причем у мужчины есть один похожий эпизод с 14-летней девочкой. На заседание прессу не пустили и не пустят. Весь судебный процесс будет закрытым. Ведь пострадавшие – несовершеннолетние дети. Настоящее судебное заседание назначено по решению вопроса о ранее избранной мере пресечения. По существу уголовное дело пока не рассматривается, свидетели не допрашиваются. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Накануне процесса у обвиняемых сменился адвокат, и он только начал знакомиться с материалами дела. Насколько затянется судебный процесс, неизвестно, но обвиняемые будут дожидаться решения суда под стражей. Судья продлила арест на полгода.